Всем большой привет! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались за таким интересным делом, распаковкой посылок с сайта AliExpress. Сегодня у меня три небольших посылочки, и быстренько мы с вами сейчас их все распакуем. Что-то какая-то странная, чем-то заклеена. Так, с 12 марта, ну значит, еще недолго шла, но вот как к ней подступиться? Как вы, господа китайцы, думаете, а? Когда заклеиваете это так? У меня не... ножницы без острых краев. Да, надо же так заклеивать. Блин. Вы не поверите, что здесь еще? Будете смеяться. Тут еще картонные чулки, которые, естественно, можно вообще легко порезать ножницами. Они вот картонные чулки, причем я, по-моему, и порезала вот эту упаковку даже ножницами. Конечно, мы заказывали чулки. Половину мы заказывали телесного цвета, половину черного цвета. Но прислали все черного цвета. Естественно, это чулки без силиконовых штучек. Они такие вот простые. Ну ладно, эту пару тогда я себе оставляю. Я себе тоже хотела одни оставить. Упс, затяжка. Ну такие вот простые, вообще тоненькие, да, наверное, быстро сделаются затяжки. Но мне кажется, что тут и без резиночек они будут замечательно держаться. Здесь очень тугая, без силикона, то есть, простите, здесь очень тугая резинка, и эти маленькие, это тоже резиночки. Вот такие вот чулочки, что-то вообще дешево, по 60 рублей, по-моему, они у нас получились. 10 штук, конечно, девчонки там половину так точно хотели телесного цвета. Ну вот я не знаю, через буду отдавать 7 черные. Пусть радуются. Раз, два, три, четыре, пять, 10 штук, все правильно. Считать умею. Так, следующая посылочка. Посылочка. Скажи, с какого? С 10 марта. Супер быстро, я очень рада. Сегодня 1 апреля. Можете поверить мне во всем. Я сегодня весь день придумаю, как бы кого мне разыграть. Но так что-то ничего на ум и не приходит. А как-то по злому кого-то разыгрывать и шутить не хочется. Вдруг там люди обидятся или над чем-то смеешься таким важным для них. Это леггинсы детские, вот, леггинсов для девочек, только не могу все понять, они какие-то темно-синие, или не темно-синие, или все-таки черные. Написано было в описании, да, темно-синие, даже темно-серые. Вот с такими вот внизу, короче, с этими штуками, с жемчужинками и с маленькими бриллиантиками. Всего счастья за 200 или 300 рублей, где-то так. Ну вот с такими блестящими штучками, в общем, внизу простые хлопковые леггинсы. Приятные очень они на ощупь. И внизу также вот бантики и кружево. Хорошенькие. Надеюсь, что никаких дефектов мы не найдем в них, потому что с виду они выглядят отлично. И еще у нас осталась одна посылочка. Вот такая вот. Вот такая вот, и тоже ничего не написано. Ладно, не буду тогда искать, что-то искать долго придется. Когда там она отправлена была, сколько она шла. Скотчем, конечно, заклеивать. По-моему, у них так все хорошо держится. Зачем они скотчем заклеивают? Ну вот как? Так, придется так резать, ладно. Режем так. Что-то здесь такое интересные, чего-то здесь такое много всего. Не знаю, что это такое. Сейчас посмотрим. Придется вообще все вот это раз. Это синие какие-то пижамки, понятно. Где мои подарки? Почему мне китайцы давно подарков не присылали никаких? Хоть бы ручки прислали, было бы классно. Это с мышкой Мини. Детские пижамки. Вот в детских пижамах. Такие вот. Сейчас я вам их распакую и покажу. Они должны быть совершенно очаровательные. Вот бумажечка им проложена. Ну, как и обычно, наверное, здесь футболочка с коротеньким рукавчиком. Тоненькие, мягонькие. Фу-фу-фу, наклейка. Не могу сказать, что меня впечатляет. Вообще что-то не очень, мне кажется, да? Вам тоже, наверное, не очень нравится. На фото, короче, выглядит получше, чем на самом деле. Что-то вот эта наклейка как-то очень большая, во-первых, она тут вся какая-то мятая и твердая такая, неприятная на ощупь, что-то мне это все слишком большая наклейка. Была бы она поменьше, была бы, наверное, покрасивее. Ну и штанишки вот такие вот. Вот такие вот штанишки простые, ой. Простите, пожалуйста. Это, наверное, все солнце виновато, оно на меня прям светит, и мне уже спать даже захотелось. Это на какой у нас рост-то вообще? На 2 года?
Ну да, на 2 года, наверное, где-то идет. Я просто смотрю, что они такие достаточно длинные. Штанишки нормальные, но это тоже какие-то крашеные, они сверху рисунок такие, поэтому сверху такие тоже немножко жестковатые, но не настолько, насколько жестковата вот эта наклейка. Честно говоря, не очень понравились пижамки эти. Что-то как-то подвели вот они с этим вот принтом, с мини с их. Ну что делать, ладно, такие так такие, они и были-то они недорогие, наверное. В общем, все ссылочки будут внизу, смотрите. Если есть какие-то вопросы, то спрашивайте, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, буду очень рада увидеть вас с моими подписчиками всех. И пока-пока, до новых встреч, до новых видео.